Вітаю вас. Триває вечірній ефір на телеканалі Миколаїв. Ви дивитесь програму «Гаряча лінія». Я представляю вам гостей нашої студії. Сьогодні до нас завітали голова Миколаївської обласної спілки воїнів-інтернаціоналістів та запасу Юрій Соловей та заступник голови цієї спілки Олександр Завражин. Вітаю вас. Добрий вечір. Це традиційна вже наша зустріча накануні 15 февраля, дня виводу совєтських військ з Афганістана. І з некоторих пор в Україні він відмічається як день вшанування учасників бойових дій на території інших держав. І кожен рік у вас проходить ряд традиційних пам'ятних мероприятий. Це і паніхіда по погибшим воїнам, і зустрічі з руководством області, зустрічі в госпіталі. Это и встреча боевых друзей в областном дворце культуры. И, конечно, такая хода памятная, мемориальный марш в Парк Победы на Аллею Славы, где происходит митинг реквием. В этом году никаких изменений, все мероприятия, все так же, как всегда? Да, как обычно. Вот в воскресенье 14 числа в 16:00 у нас будет вечер встречи боевых друзей в областном дворце культуры, и в понедельник 15-го, 12:00 от областного дворца культуры у нас будет торжественная мемориальная хода, БТР, БРДМ, флаги наши, колонна будет выстроена, привет, ребята из района, ну, думаю, 1500-2 будет наших ребят. Возле памятника будет митинг, потом полевая кухня, 100 грамм, ну и так далее. Вот вечер встречи боевых друзей и вот этот митинг, кто может принять участие в этом? Достаточно много людей обычно собирается, много молодежи. Кто может присоединиться к вашим мероприятиям? Ну, абсолютно все желающие. Все горожане, все жители области. Вход у нас будет свободный, поэтому кто захочет побыть в этот вечер вместе с нами, пожалуйста, мы приглашаем. Концерт будет неплохой, там подготовила творческая группа программу очень интересную. Поэтому мы приглашаем абсолютно всех николаевцев, желающих прийти на этот концерт. Ну и, естественно, наших боевых друзей в первую очередь мы приглашаем. 15, накануне 15 февраля мы встречаемся традиционно, вот практически каждый год. И это как бы начало года, поэтому можно подвести какие-то итоги, наверное, деятельности вашей организации за минувший год. Вот в 2015-м. Что было сделано, чем жила организация, о чем можно вот говорить сегодня, как бы уже вот в новом году? Ну, один из, наверное, самых таких болевых, животрепещущих вопросов для, не только для нашей организации, для ребят, которые прошли Афганистан, живут, работают вместе с нами плечо в плечо, это жилищный вопрос. Когда в 2013 году прекратилось существование жилищная программа правительственная по покупке жилья воинам-интернационалистам, вот благодаря Юрию Леонидовичу, вот, и наши ребята тоже многие приняли в этом участие, но основа была, конечно, Юрина мысль и как бы проработка всей этой темы. Мы сделали собственную программу покупки жилья для воинов-интернационалистов. Она прошла сначала, что называется, проверку, обкатку финансовой инспекции, бывшей КРУ. Вот потом мы вышли на комиссию областной рады, где все это специалисты, депутаты посмотрели, финуправление областной госадминистрации. И на как финальном этапе мы вышли на сессию с этой программой. Она была принята как дополнение в программу Турбота, и за 14-15 мы, не мы, а, собственно говоря, по инициативе областной администрации, вернее, областного союза воинов-интернационалистов и запаса, и при помощи областной администрации мы купили людям квартиры, где-то дома, в основном из областного бюджета, это было только в районах. В городе Николаеве, опять же, по инициативе областного союза, были письма разосланы с предложением принять подобные программы в городах областного подчинения. Вот. И где-то сработали лучше, где-то хуже, но тем не менее, это реальный, как говорится, показатель работы общественной организации. Не только слова, а конкретные действия, скажем так, в результате которого получились реальные квартиры людям, дома. Вот 14-15 год работала эта программа. Сколько удалось вот приобрести жилья? Как вот, какие вопросы решить? 8 человек.
8 человек получили, да. 8 да, квартир или домов? Это и дома, и квартиры. То есть 8 человек получили жилье на основе этой программы. Это достаточно большое количество с учетом того, что государственный бюджет полностью прекратил с 2014 года финансирование. Вот абсолютно ни копейки не перечисляли на местные советы, просто игнорировали нас в этом вопросе. Поэтому мы действительно нанесли, как бы, ну, если можно так сказать, удар вот по... На местном уровне, вот таким вот образом, да. Нам, естественно, нам содействовали люди, естественно, мы тоже должны их поблагодарить, и руководители городов, и области, и областного совета, и облгосадминистрации за то, что они в этом плане нам шли навстречу. В этом году, ну, предварительно в бюджете увеличили эту цифру практически в 2,5 раза. Посмотрим, как она будет наполнена. Потому что сложности есть. Но 700 тысяч гривен в областном бюджете заложено на покупку, приобретение жилья для ветеранов Афганистана, ну, воинов-интернационалистов, других локальных воинов. Как вообще складывается у вас сотрудничество вот с областной властью, с городской? Как они участвуют в ваших каких-то, может быть, решениях, ваших проблем? Что-то получается сделать? Ну вот город Николаев, опять же, касаемся все-таки этой жилищной проблемы, как бы мы ее так уже вот до конца доведем. Город Николаев увеличил до 800 тысяч финансирования. Вот. Почему? Потому что, понятно, доллар растет, это все сказывается на возможности купить квартиры, как говорится, цена. Вот. То есть, по большому счету... Нормальная общественная организация, которая работает не на Иванова, Петрова, Сидорова, на 2-3 человек, а на большое количество людей, где есть районные организации, где есть городские, когда за организацией стоят люди, любая власть это видит. И я не знаю, Леонидович, у нас, во всяком случае, каких-то проблем или вопросов, где бы мы не нашли взаимопонимания, ну, пока нет. Сложно, понятно, что в любом случае это финансы, это какие-то организационные моменты, но все решаемо. Если это идет во благо людей, то и власть всегда идет навстречу. Хорошо, но кроме жилищных проблем, вы решаете также многие другие. Вот чем занималась организация в течение этого года, 2015 года, о котором мы сейчас говорим, что было сделано еще? Ну, если говорить не о рутинной работе, скажем, о чем-то таком, ну, не то чтобы необычном, а выдающимся, мы методом народной стройки фактически соорудили памятник пограничникам. Это у нас есть организация первичная пограничников. Вот ребята сами там вкалывали. Сами собирали деньги на этот памятник, и довольно-таки приличный памятник стоит у нас на Аллее Славы. Да, помогали люди, ну, скажем, от Андриенко Юрий Георгиевич, бывший первый зам городского головы, он помог преодолеть все вот эти бюрократические барьеры для того, чтобы начать его там сооружать, потому что, ну, вы знаете, что очень много нужно всяких документов, всяких бумаг для того, чтобы только начать строительство. Вот благодаря тому, кстати, Андриенко, он член нашей организации, кстати, раз уже есть возможность сказать об этом в эфире, какое-то время назад там появились гадости на него в Фейсбуке. Так вот, я хочу заявить, что Андриенко – это честный, порядочный человек, настоящий профессионал. И мы это можем подтвердить в любой аудитории, при любом собрании, и метущимся активистам, и взрывным офисным хомячкам. То есть все мы можем это рассказать. Вот. Не трогайте его. Он находится под нашей защитой. Но это так, это лирическое отступление. Далее, опять же, мы продолжаем вот эту вот жилищную программу, клубы. Наши работают, это и Рысь, и вот сейчас будет турнир Федерации Панкратиона 27 числа. Мы работаем с молодежью. То есть вот то, что мы, в общем-то, делаем из года в год, мы продолжаем наращивать. К нам наша организация пополняется. Вот, в том числе пришли атошники, вменяемые атошники, подчеркиваю, вменяемые. Не те, кто рвут на себе рубаху и кричат, что они мешками там кровь проливали, а те, кто при памяти, те, кто понимает, что у нас общая задача, общая задача по социальной защите тех, кто вернулся с войны, участников боевых действий, инвалидов, членов семей погибших. Вот вкратце вот так вот. Какие вопросы вот по социальной защите удается решить? И как раз вот вы сказали уже, что приходят к вам другие организации. Я хотела спросить, ваша спилка, ваш союз, он открыт для сотрудничества с другими организациями? Вот пограничники к вам присоединились. Кто может быть вот с вами? Люди, которые поддерживают цели и задачи УК
Украинского союза ветеранов Афганистана. Вот. Мы всегда рады видеть. Вот. Работа направлена не на какие-то политические грязги или выяснение отношений. Это в первую очередь социальная защита. Если человек, организация в этом как бы принимает участие, видит свою работу в том, чтобы сделать что-то лучше для населения нашей страны, нашей области, нашего города, мы только рады всегда и будем видеть. Вопрос в другом, что не всегда, скажем так, на государственном уровне так заботится кабинет министра, Верховная Рада, вот, люди, облеченные властью. Вот, мы можем, в принципе, у нас сейчас настолько открытое общество, что мы можем видеть, как даже народные депутаты из нашей области голосуют за те или иные законы, которые в какой-то степени, не в какой-то, а впрямую ограничивают социальную помощь семьям погибших в Афганистане, не только в Афганистане. Вот давайте поговорим об этих законах, да. Раз вы уже сами об этом заговорили, я хотела спросить. Вы знаете, да. Буквально несколько дней назад было принято изменение в закон о статусе ветерана войны, гарантии социальной защиты. Циничное изменение, потому что, в общем-то, обошли семьи погибших в Великой Отечественной войне и семьи погибших в Афганской войне. Да, ну и других локальных. Военных интернационалистов. То есть обошли. Фактически сейчас их, согласно вот этого закона, заставляют ходить и собирать справки о доходах. То есть, ну, наши мамы погибших, они им уже за 70 лет. И ходить там по управлениям социального обеспечения, по пенсионным фондам, собирать справки о доходах им достаточно тяжко. И мы не понимаем, как могли депутаты за это проголосовать. У нас прошло селекторное совещание, вот 2 дня назад, в среду. И выступили практически все председатели селекторного совещания УСВА. Украинского союза ветеранов Афганистана, выступили все председатели областных союзов, и все готовы ехать на Киев и отстаивать свои позиции. Было очень жесткое обращение нашего председателя союза к главе Верховной Рады Гройсману, вот, где принятие этого закона, ну, было расценено нами как вызов, и мы вызов этот принимаем. Уже, как доложил нам председатель союза ветеранов, Украинского союза ветеранов Афганистана, Гройсман звонил ему и что-то там рассказывал, что какая-то ошибка произошла, что мы это обязательно исправим. Посмотрим. Мы не экстремисты, мы не радикалы, но если вот таким вот образом будут с нами поступать, мы готовы дать отпор. В этом не должно быть ни у кого сомнений. Ну, у вас уже был опыт отстаивания таким образом своих прав. В Киеве вот были акции. У нас этот опыт, по-моему, наверное, с года 2000-го, если мне память не изменяет, еще когда Ющенко только стал премьер-министром, это был первый проект закона о бюджете, где попытка была срезать все льготы с участников боевых действий и все, кто, как говорится, находится под законом о статусе о ветеранах войны и гарантиях социальной защиты. Мы, если мне не изменяет память, мы тогда за месяц собрали больше 25 тысяч подписей по области. Понятно, что когда в государстве, в бюджете не хватает денег, всегда будут искать какие-то моменты для того, чтобы кого-то в чем-то урезать. Но тоже нужно иметь, как говорится, какую-то рациональную грань, экономическую выгоду, вот, и отношение к людям. У нас есть, скажем так, с кого взять деньги в бюджет. Есть. Но почему-то вся эта тяжесть, как обычно, пытаются перенести на народ, Украины. Ну, ваша организация достаточно такая вот обширная, по Украине это тысячи людей. Как вы можете влиять вот на эти процессы, кроме вот этих таких акций протеста? Ну, разные формы есть, и обращения, и у нас, ну, в определенных органах наши афганцы работают через них, вот, и через акции протеста. Ну, если не слышат, акция протеста – крайняя мера. И там наверху должны понимать, что организация у нас структурированная, что поднимаемся мы по свистку, если надо. В этом проблем никаких нет. То есть мы на прошлую акцию мы собрали людей за день буквально. Автобус из Николаева, подхватили по дороге еще несколько автобусов,
поселами. Мы были буквально вот сегодня подали в кабинет министров законопроект драконовский, а утром мы уже были под Верховной Радой. Поэтому в этом у нас проблем нет. Еще раз подчеркиваю, мы не экстремисты, мы не бегаем по городу и не бросаем чиновников в мусорные баки. Хотя в общем состоянии это сделать лучше, чем вот эти вот активисты, которые там шумят на улицах и рассказывают, что они за правду и за народ. Но если с нами не идут на диалог, если нас пытаются давить, конечно, мы будем отвечать. Силы есть у нас, воля есть. Ну, собственно говоря, какой ответ, такой привет. Вот, всегда. Хорошо, давайте вернемся, как бы, так сказать, на местный уровень, к делам более мирным. Вы достаточно много работаете с молодежью. И много молодежи на ваших мероприятиях всегда можно видеть. Кто эти вот молодые люди? И вообще работа с молодежью, с подрастающим поколением, какое место оно занимает вот в вашей работе? Ну, наверное, все-таки это наше будущее. Так вот, все объемы, да, потому что все-таки мы уже не совсем люди молодые. Поэтому все, что мы пытаемся какие-то ценности и идеалы заложить в молодых ребят, которые с нами общаются, это, видимо, наверное, ну, наша такая, я не знаю, подушка безопасности на будущее. Люди, молодые ребята, видят нас, видят ценности, которые им прививают. И дай Бог, чтобы у них это осталось в душах. А какие ценности вы им прививаете? Честность, порядочность, любовь к родине. Не элементарные вещи. В маршрутке уступить место старшим. Это тоже ценность. Не обидеть ветерана. Дать, если надо, отпор мерзавцу на улице. Ну вот это вот. Человеческие ценности. И политики нет в этом никакой абсолютно. Если говорить о примерах, то вот и для вас, и для этих молодых людей, вот ветераны Великой Отечественной войны, вот эти люди, они являются примером, вы с ними общаетесь, вы поддерживаете отношения с ветеранскими организациями? Ну, печально, конечно, но ничего не сделаешь. Возраст ветерана Великой Отечественной войны уже такой, что люди уходят из жизни. Когда-то, ну, мы с вашей областной телерадиокомпанией работаем много лет, вот, и к 65-летию Победы у нас был шикарный проект, который мы сделали с Ингой Харжевской, «Моя перемога». Mm-hmm. Вот. Мы тогда объехали, опять же, мы все равно работали через свои районные организации, находили ветеранов войны, которые непосредственно принимали участие в боевых действиях. Конечно, это рассказы и... как бы люди делились такими интересными вещами, что для нас было интересно слушать. Вот. Плюс все это было, как говорится, выдано в эфир. Это опять же, это вот работа с подрастающим поколением и попытка показать людей, которые прошли очень, ну, такой сложный жизненный путь, остались вместе с тем людьми достаточно... заряженными на положительные эмоции. Вот был парадокс, когда людям по 80 с лишним лет, по 90, вот, они никого не обвиняли в своей жизни, в каких-то этих, у них было желание что-то жить и делать. А вот если говорить о подрастающем поколении, им это интересно, вы общаетесь с молодежью, вот, но все-таки Великая Отечественная война, это уже очень давно. Они об этом знают, им это важно? Ну, разная молодежь. Разная. Часть молодежи уже отравлена, ну, не знаю, такое затертое слово пропагандой вот этой вот западной, да. Часть молодежи, ну, в ценности у них только деньги, там какие-то развлечения и все. Но та молодежь, с которой мы работаем, ну, однозначно есть вот такой вот костячок, да, который мы считаем будущей страны, которую мы считаем основой страны. Потому что без этой основы, ну, никакого государства не будет. Но если у человека в голове одни деньги, одни развлечения, ну, какой патриотизм, какое там желание строить это государство, какое желание там укреплять его, я имею в виду не только обороноспособность, а в принципе работать нормально на его благо. Ну, не будет у него такого желания. У него будет мысль там где-то заработать деньги, если заработать, а может где-то и украсть там, уйти от налога, ну и так далее, и так далее. Я не хочу сейчас подробно эти все схемы описывать. Вот. Но мы опираемся именно вот на молодежь,
который разделяет наши ценности. Мы считаем, что без этого никакое государство не способно выжить. Просто никакое. Ни маленькое, ни большое, ни среднее. Это очень важно. Да, мы, кстати, забыли сказать нашим товарищам, об Олеге Шевчуке. Мы как раз, когда собирались на эфир, хотели этот вопрос обязательно затронуть. Ну, наверное, слышали вы, да, что вот сейчас ни за что, ни про что судят бывшего начальника городского управления милиции Олега Шевчука, нашего афганца, спецназовца. Дело рассыпается на глазах. Свидетели отказываются от своих показаний. Потерпевшие не могут объяснить, чего они там потерпели. Внятно, вменяемо они могут объяснить. Мы на каждое заседание выходим пикетировать суд. Вот. И если у кого-то есть сомнения, ну и если у кого-то есть там желание затянуть судебный процесс и думают, что они нас измотают, и мы откажемся от него, не откажемся. Не откажемся. Будем с ним до конца. И уверен, мы его отстоим. Просто мы как бы об этом... Ну вот еще, кстати, один интересный момент, это по поводу, когда в организацию приходят еще люди какие-то. Вот мы на этом совместном пикетировании очень так плотно познакомились и нормально работаем с ветеранами МВД, которые точно так же приходят. Это их личное, как говорится, мнение и желание отстоять своего товарища. Он не только нам, товарищ, как афганец, но и своим бывшим сотрудникам. Вот. И я вам хочу сказать, что вот это вот как раз, когда интересы гражданские, не политические, вот, двух организаций находят соприкосновение, и мы приглашаем ребят всегда принимать участие в наших мероприятиях. Вот, и я не сомневаюсь, что и с ними мы тоже будем плотно работать. Вот, и как бы да, нормальная жизнь общественных организаций в отстаивании интересов граждан. Вернемся к молодежи. Вы упомянули клуб «Рысь». Вот что за организация? Почему вы с ними сотрудничаете? Как давно? Чем они занимаются? Чем вы с ними занимаетесь? Чем помогаете? Или они вам помогают? Ну, в общем, это партнеры наши. Руководитель этого клуба Александр Миненко, он член нашего управления. Они, это клуб рукопашного боя. Там готовят и для большого спорта детей, они выезжают на соревнования, в том числе международные соревнования, и вкладывают им в мозги правильные мысли, вот те ценности, которые мы разделяем. То есть у них есть каждый год лагерь в Орюшино, где они учатся и военному делу настоящим образом, там участвуют в засадах, страйкбол там, и так далее, и так далее. То есть это на самом деле очень интересно, там порядка 200 детей, дети все очень заряжены на вот эту вот работу. Александр Миненко очень харизматичный лидер, он умеет и дать какие-то спортивные знания и в то же время и довести до детей грамотным, толковым человеческим языком вот эти общечеловеческие ценности. Ну, вкратце вот так. Лен, ну, кроме клуба «Рысь», Федерации рукопашного боя, мы вот уже тоже несколько лет работаем с Федерацией Панкратиона, председатель Жилкин Сергей. Тоже ребята проводят мероприятия, всегда посвященные там спортивные состязания каким-то нашим датам. Вот тоже мы всегда с Юрой принимаем участие в этом. Вот. Плюс тоже достаточно давно, и мы общаемся так плотно с Федерацией ММА Женя Степанюк. Вот, то есть фамилии в городе достаточно знакомые, людям известные. К сожалению, время у нас очень ограничено нашего эфира, но еще минутка времени есть. Мы можем напомнить телезрителям о тех мероприятиях, которые вот вы проводите к 15 февраля, к этой дате. Еще раз можете их пригласить. 14 числа в 16:00 в областном дворце культуры состоится вечер встречи боевых друзей, куда вход свободный, приглашаются все желающие, будет хороший концерт. 15 числа в 12:00 традиционный торжественный марш по Советской к нашему памятнику с полевой кухней, с автограммами, ну и с дальнейшими мероприятиями. Так что мы приглашаем всех желающих, всех неравнодушных горожан, всех жителей области, кто разделяет наши взгляды, приходить на это мероприятие. Я думаю, будет интересно.
Я дякую вам за те, що ви знайшли час завітати до нашої студії. Дякую за таку змістовну і досить відверту розмову. На все добре. А з вами, шановні телеглядачі, я прощаюся. Залишайтесь на телеканалі Миколаїв. Побачимось в ефірі.